Юндев Тайман. Юндев платит деньги. Юндев платит деньги. В любом случае, или кто-то платит деньги. Или нужно платить деньги. Нет, футбол. Я плачу, ну, как бы то ни было, мы опять возвращаемся к тому вопросу. Ну, все это чехарда, типа, хаос. Что якобы там что-то в Юндеве, что-то тролля-ля там. А что тролля-ля? Во всех раскладах вот тут, ну, люди, скажем, есть недопонимание в том, что Юндеев как бы разделен на две параллельные реальности. Но их может и больше, но просто реальности. Один Юндеев — это индустрия Юндеева, где есть фирмы, а это бизнес. Просто, ну, как бы бизнес, который... В общем, он ничем не отличается, как бы, от другого бизнеса, если он правильно сделан, типа, от фирм и компаний. Просто нагоняется на компании для продажи компании. А при чём тут Юндеев? Вы просто, ну, увеличиваете капитализацию, допустим, компании и ещё чего-то там. Компания принесет кому-то, чаще это не кому-то конкретно, а какой-то группе лиц или другим. Как фирма принесет другим компаниям, компания может корпорации принесать или холдингу. Вот. Но нет как-то владельцев каких-то желающих, чтобы что-то там было, но нету их. Да, им выгоден как бы доход, выгоден, ну вот, самый проще нагнать на компании, когда там делать, что хотите, а сам факт вот этих вот выходов, таких, ну как бы игр продукта. Ее нету. В Индии не может, потому что параллельно другая реальность, что Индия делает краудфандинг, например, собирает деньги и выпускает какие-то игры, но это посредственные игры, которые посредством, потому что какие деньги? Ну, компании имеют, ну, чтобы игры, типа, ну, пускай, ладно, и там Ubisoft или еще кто-нибудь там, не вау, кто угодно. Они миллионы прокручивают, чтобы выкрутить потом миллионы, наверное, чтобы какая-то прибыль, то есть образно. 10 или 9 миллионов прокрутили, 12 получили или 15, 3, 5, 7 миллионов. Это ведь делится на всю компанию, там, на сотни тысяч людей. Может больше, да, может на сотен, там, ну, в десятки, по крайней мере. Суммарно, да, как бы, может быть, они там на планете, планетарно там миллиарды крутятся, но этого ничего нет. Это виртуальные какие-то, типа, из машинизма идеи, оно ничего не дает. То есть из таких игр, которые действительно играют, их там, ну, в пределах десятка, топ-10. То есть, какой-то раньше была Call of Duty, которая сейчас у меня потом стала вот этот Dark Souls под разными соусами. Любые соусы под Dark Souls, но она тоже не подходит, потому что у тебя же они ниже среднего. Графика так себе, механика так себе. Ну, графика, в смысле, гейм-механика там. Она хорошо сделана, но она не доделана. А перед этим был как бы Skyrim, мода Skyrim, а после Dark Souls вот этот Elden Ring. Модификации. Но это тоже Dark Souls, Elden Ring. Dark Souls. Вот Elder Scrolls чуть-чуть получше, но не доработано. Это получается, что, чтобы что-то оно постоянно давало какой-то доход, какой-то смысл был. Нужен постоянный как бы, доход, то есть постоянно какой-то облако, чтобы пользоваться там зарегано, кто платил эти деньги. А все сводится к однократному вбросу. То есть выбросили, там купили какие-то апдейты, моды, но там но это такой сумбур, который оно ничего, что оно там. Она продвигает, да, медленно продвигает. Потому что, например, нужно десятки лет. 10-12 лет, а там от 7-12 лет. Это. Качество не растет, потому что, ну, нет заинтересован. Потому что нет мысли в той игре. Она в игре отсутствует, по сути, если так говорить, что есть тактика, она нет стратегии. Механика там, как у робота, это уровня прокачанности. Ну, прокачивать уровни только, и все. Вот все, что дает оно там. Какие-то эти шмотки, а как что оно там, ну даже на дьявола не похоже, это так само. Если, ну, набрать там, продать действительно, продать то, что нужно, ну дьявола тоже было так выключено. Сотни или тысячи там оружия или каких-то лута, оно же копейки там продается, никакое, нет продвижения, там ничего. Там только варьер какой-то может выиграть. А это ничего не касаемо того, что программируется, то есть программирование, когда, если ее коснуться, что... Ну, с чего начинается? Все думают, что там код, еще что-то, какой-то движок. Движок он позволяет только физически уровни там, образно там, до видеокарты доступиться, чтобы прокручивать. И там расчеты какие-то. А саму механику он же не делает, там, эту платформу. Потому что все начинается с самого платформы, радиус плоскости бесконечности. Но его можно ограничить до какого-то нужного радиуса. N там. Номинал. Номинация. Номинал. И все, и на нем уже расстраивается сцены там, соединять три фана,
проще. Но это такое очень далекое, потому что таблицы и прочего, там это сотни, не в тысячи. Что к этому не будет. Таблица, что сохранение вещей, если там много пользователей, допустим. Пользователь столько, а играет только один, например. А в реале там их уже сотни играет. И того меньше. Ну, в лайве. Нет, там нескольких сотен. Ну, в некоторых там в топ-10 или 20-20, потому что договорились игры какие-то. А чаще в семье. Ну, в игре нету как бы некой автономности. Нету, ну там, просто смысл нет. И так далее. А за все, чтоб не придумается, там, только для мобильных игр, типа, тут плюс, чтобы уже медленнее. А там, что я не важно, но все равно будет поглощать, она система прокручивалась и сама давала плюс тем, кто там. Золотой процент какой-то игры даже не пускай не прямой, а типа роялти. Как это, допустим, кто курирует сектор звезды, кто будет там получать сектор. Но здесь сектор мало, лучше торговую линию через мозги считать еще, потому что уже всякое может быть. И трейд-маркеты, там, перепродажи, это. А ну, то самое влияние. Но The Galaxy Raiders оно и позволяет вот это. Ну все, централизовано, уже продуманы золотые линии, торговые, и серебряные, и платиновые.